Жюри выбрало талисман для всероссийской переписи населения 2020 года. Им стала нарисованная иллюстратором из Самары птичка Випин, сообщили в медиа-офисе переписи 2020. Победитель конкурса получит 60 тысяч рублей, а всего было представлено около 900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов России. Напомню, всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуги. На Ямале старт переписи намечен на апрель, когда в Аксарке и Ярсале будут отмечать День оленевода. До осени перепись будет проходить в труднодоступных районах. На торжественное открытие кампании в округ приедет руководство Федеральной службы государственной статистики.